Союз разрушили не только не просто вот подписанты Беловежского соглашения, три человека, Ельцин, Кравчук и Шушкевич, были тысячи и тысячи людей, которые готовили эти Беловежские соглашения, которые уничтожали единство Советского Союза на протяжении, ну, по крайней мере, 2,5 лет. И даже не тысячи, это были, ну, это огромное число этих людей. Я повторюсь, что большинство из них сегодня, ну, те, кто еще живы, они скрывают или стесняются, говорят, да, я уничтожал Советский Союз, да, я работал на то, чтобы его уничтожить, разрушить, да, я принимал участие в подготовке Беловежских соглашений, да, я способствовал этому. Они все молчат. И, к горькому сожалению, действительно обидно, досадно, что никто из этих людей не понес и не понесет никакой ответственности.